какому парню ты бы никогда не дала? Я не знаю, у меня был один парень, и мне кажется, что ты получаешь удовольствие от секса, если только занимаешься этим с любимым. Правда, что анал — это только для любимого? Я люблю пионы. Сколько тебе надо подарить цветов, чтобы ты жопу дала? Боже. А после большого букета минетик светит? Сереж, снимай! Сереж, сними! Сереж! Сними интервью! Привет! Привет! Кто сегодня с нами? Меня Лера зовут. А какие парни тебе нравятся? Внешне или... В целом. Ну, если внешне, то темненькие, высокие. А важен ли рост парня? Да. Ну, я сама маленькая, он должен быть выше, конечно. Какому парню ты бы никогда не дала? Жадному. Жадному? Почему? Ну, когда мужик жадный, это ужасно. То есть, а какие качества ценишь у парней? Верность. Щедрость? Ну, да. А какой подарок самый дорогой тебе дарил парень? Ой, не помню. Фен, по-моему, для волос. Ты ему дала потом? Ну, мы тогда уже давно встречались. А, то есть все равно в отношениях тебе подарил? Ну, да. А, понял. А через сколько в отношениях ты первый секс у тебя был? Через год. Через год и 2 дня. Год? А как он не слился? А почему он должен был слиться? Ну, не знаю, год ждал. Не знаю. Как. Но он же намекал как-то? Нет, ну, типа, я сказала, что я не была готова, и он терпел. А минетик? Нет. Не было? Год не было. Ну, смотри, я даже в руки не могла брать. Да? Даже член не трогала? Ой, все, я уже не могу снять. Папа, прости меня. Правда, что анал это только для любимого? Даже для любимого нет. Вообще нол? Нет. Почему? Почему девушки боятся анала? Потому что это место не предназначено для секса. Не знаю, ну нет, ужасно. А минетик? Нет. Да ну нахрен. Ты нет. Гонишь? Нет. Секс втроем? Нет. Я зануда. Это прямой эфир. Подпишитесь на стрим-канал, ссылка на стрим-канал в описании. Прямые трансляции проходят каждый вечер. Она долго еще будет играть? Уже нет. Как всем развести пока. Богатого и успешного не парня знаю. На отношения? Если бы я знала, я бы тут не стояла с тобой. Слушай, а если парень выше тебя, но зарабатывает меньше тебя? Критично? Нет. Но щедрый? Не критично, но главное, чтобы какая-то цель у него была. Кунечку любишь? Нет. Минет не делаешь, куни не любишь, жопу не дает. Секс втроем осуждает. Ну, а нет, секс втроем, как можно спать, заниматься сексом с любимым и пустить кого-то? Ну, девушку, может. Нет. Может, не в отношениях? Нет, не в отношениях не занимайся это. А секс с девушкой? Что, было или нет? Да. Нет, не было. Думала об этом? Нет. Приставала к подружке по пьяни? Да. Ну, прям... Да, как? Прям да. Целовала? За сисечку трогала? Наташ, трогала? Конечно. Трогала? А в трусики лезла к подружке? Нет. Не лезла? Нет. Наташ, что за хуйня? Наташа лезла. Чем парень тебя удивлял в постели? Ну, блин, давайте не про постель, это что-нибудь другое. Ребят, вопросы задавайте. Мы прямые трансляции проходят каждый вечер. Залетайте на прямые эфиры. Ссылочка на стрим-канал в описании. Вот так мы по Москве гуляем, с дамами знакомимся, и не только. И не только. Прямо сейчас залетите в описание. Вот какие вопросы задавать? У меня других нету вопросов. У меня там написано. Только про постель? Это репосты прямых трансляций делают. У тебя что, вопросы только про постель? А ты, получается, сейчас одна, да? Да. Сколько одна уже? С февраля. Чем мастурбируешь? Ничем. Вообще? Вообще. Вообще? Клянусь. Зуб даешь? Зуб даю. На тебя там дырка уже одна. Получается, напиздела. Да не может быть. Клянусь. Ты фригидная. Может быть, не знаю. Ну тебя возбуждают пацаны? Ну, конечно. Но он проходит по улице, и ты такая потекла. Ну нет, не так. А как? Не так. Ну как тебя возбудить? Что надо делать? Ну, блин, я не знаю, у меня был один парень, и мне кажется, что ты получаешь удовольствие от секса, если только занимаешься этим с любимым, а не когда это какая-то разовая акция. Это больше моральное какое-то удовлетворение, чем физическое. Если подарить тебе фен, у тебя сосочки встают? Смотря какой фен. А какой надо? Дайсон. Обалдеть. А если это нормальный фен, в попу дашь? Нет. За Дайсон.
Или Тайсон. Даже за два Дайсона не дам. Короче, ребят, соцсети девушки в описании оставим. Забирайте даму в хорошие руки. Почему я забираю? Вот, жопу не даю, она... По ссылочке в описании залетайте. Там можно подписочку Boost, на Boosty, подписочку жулика оформить. И по подписочке жулик доступны все девушки со всех интервью. Тем самым вы поддержите выход новых видосов. Потому что сейчас монетизации, спонсорства нету ни хера. Вот, снимаю. А мне что-то будет за интервью? Деньга какая-нибудь? Подписочники будут. Подписочники? Инсту твою оставим, там, телегу, ВК или что-нибудь. Ребят, залетайте в описание, поддерживайте. И вопросы пишите, а то я не знаю, что им задавать. Самые эрогенные зоны какие у тебя? Боже, я попросила не про такое. Ну, правда. Это что-то такое, это какое-то личное же сокровенное. Как можно вот так вот рассказывать о таком? Ну, правда. Может, хотя бы золотой дождь пробовала? Нет, хотя бы. Нет. Блин, ничего не пробовала. Ну, вообще, я вас скучная. Какое чувство, как будто девственница. Ребят, заберите ее, научите ему. А что в инсту тебе писать? Ну, вот ребята посмотрели, что тебе писать в инсту, чтобы привлечь твое внимание. Комплименты. Да. Письку в директ скидывать. У меня, мне, кстати, ни разу не скидывали письку в директ. Ни разу не скидывали, ребят, надо исправлять. Срочно. А что, что выгоднее, скидывать письку, машину свою или там живу с мамой? Или живу комплимент с мамой. Какой-нибудь? Живу с мамой. Ладно, а цветы дарят тебе вообще? Ну, парень дарил, а конечно. А какие тебе нравятся? Я люблю пионы. Сколько тебе надо подарить цветов, чтобы ты жопу дала? Боже. Нисколько. Ну, после, а после большого букета минетик светит? Ребят, кто вообще цветы дарит? Ну, я просто у девушек спрашиваю, никому не светит после цветов минетик. Блядь, ну это цветы всего лишь. Ребят, напишите в комментариях, зачем дарить цветы тогда. Чтобы сделать приятно. Ты видела букеты на цветы? По 3500 сейчас. Это, ну, самый минимальный. Это просто приятно. Да? Да. Попу дать тоже приятно для мальчика. Ну, не знаю. Это мерзко. Короче, ребят, все, залетайте в описание, на прямые трансляции залетайте, и девушка там тоже в описании где-то будет. Всем пока-пока. На улице осень, тяжело камеру держать. С первым днем зимы. Руки мерзнут, ебушки-воробушки. Пока-пока.